Всем привет! Сегодня мы идем в городской парк. Всем привет! Обычно мы ездим на общественном транспорте. Ника поздороваться хочет. Поздоровалась. Ну все, дай мы расскажем ребятам, куда мы собрались. Катя там где-то высмотрела где-то автобус какой-то скоростной. Сейчас это все дело заснимем, покатаемся и поедем на этом автобусе в парк. Да. Какой-то вот красивый... выход из метро прямо на скоростную автобусную линию. Вот, погуляем, посмотрим, заснимем. Парки у них вот такие вот, клевые. Парк бесплатный? Парк бесплатный, да. Парк бесплатный. И нас... отличие вот этого скоростного пути автобусного в том, что автобусы ездят по выделенной полосе и на перекрестках имеют преимущество. То есть они достаточно быстро движутся. Рассчитываться в автобусе также картой, как и в метро, да. То есть это карта общественного транспорта. Проезд оплачивается перед посадкой в автобус, оплачивается всего 2 юаня, и можно ехать в любом направлении. Так, ну все, название парка мы еще не знаем, сейчас придем, прочитаем, скажем. Вон они автобусы. Это вахта как раз на автобус. Вот так прикладываем. И вот с ребенком, кстати, так вот проходим. Да, потому что до 120 сантиметров ездят бесплатно. Бесплатно. У нас в России дети до 7 лет ездят бесплатно. А в Китае дети до 120 сантиметров. Неважно, сколько им лет, если нет 120 сантиметров. А более сколько у нас? 118,5. На тебя билеты скоро надо будет покупать. Опа! Кондиционеры вообще везде, везде у них работают. Да. Здорово. Вот станция, на которой мы сели, и нам нужно доехать вот до этой станции. Раз, два, три, четыре остановки. Вот так вот шли-шли, да, и увидели ящерицу в кустах, да? Прикольно, да? Это я первая увидела. Молодец. Вход в гарден. О, это кто такой? Это Чупате. Чупате? А это кто? Это Куркурпан. Куркурпан. Он победил Чупате, да? Нет, он победил вот этого. А-а-а. Ладно, пойдем. Так, время, короче, обеда, и мы решили перед парком перекусить. Нам принесли обед. Вообще, выглядит аппетитно. Девчули, ну рассказывайте, как вам японская еда? Вот это вкусно. Это детям не понравилось, потому что остро, да? Угу. Ладно. А вот это понравилось, да, второе? Вкусно. Тебе понравилось, Рисик? Просто, что у меня красные глаза, когда я острое кушаю. Покажи красные глаза, ну-ка, открой шире. Из-за острого я еще плачу слезы. Ну вот мы и добрались до парка. Здесь мы как бы первый раз. Вообще нам очень нравятся парки в Гуанчжоу, потому что нас они удивляют тем, что вот в центре мегаполиса такие огромные площади выделены под парк. Парки очень хорошо обустроены.
здесь всегда тихо, тенисто, здесь всегда хороший воздух. В парке очень приятно гулять. Ну и всегда красивый ландшафт. Да, красивый. Китайцы умеют озеленять. Они делают всегда прудики какие-нибудь с рыбками, мостики, всякие кустики. Вон видно, что свеже насаженные. И смотри, вон там зигзагом как бы идут дорожка. И можно рыбок покормить, купить корм. Там продается, да? Да. Что-то продает что-то. Что это? Не знаю. Смотри, какую очередь собралась. Да нет, что-то, они, по-моему, что-то просто что-то съедобное, глазит. Видимо. Что он будет есть это или что? Без понятия. Ну ладно, пойдем. Ладно, мы не знаем, что это такое. Но мне кажется, это что-то сладость какая-то. Название парка. А вон там бассейн дальше, вон. Да-да-да. Ну, и, возможно, он глубокий. Ну, там мужчина в возрасте. Пойдем посмотрим. Пойдем приценимся. Я думаю, что около 15 юаней. Давай, как думаешь, ты сколько это будет? 15 юаней, да? Мне кажется, 30 юаней. Потому что учесть то, что там бассейн есть очень большой, глубокий. О, 30! Я же говорил. Взрослый билет стоит 40. Ну вот почти я был рядом. Абонемент абонементы есть. Абонементы разные на 10 раз, на 20, на 30, на 50 раз, на месяц. Я тебе говорю, они едят. Я не знаю. Может, давай возьмем немного. Ну давай вон ту крошечку маленькую, вон возьми. Вон, крошечку возьми. Тетя же взяла покупку. Вот эту крошечку возьми. Да что прям крошечку, папа? Вот такую возьми. Да. И держать. Я вообще не понял. Это не очень, да? Мне показалось, что она в муке. А у меня как раз обсыпана была. В муку Ника слезала. Итак, как там? Понятно. Короче, ты знаешь, что это такое? На что похоже? Это нуга арахисовая. Блин, как здесь красиво вообще. Всякие дорожки, вон туда куда-то в лесочек идет. Вот идем в лесочек. Шли-шли, набрели вот на такой забор. Там, видимо, какая-то стройка. Я очень высокий, поэтому я, наверное, вот так вот сделаю. Вон он ходит, зазывает. Зазывает всех. Реклама, реклама. Сладости, сладости, у меня сладости. Да, мам? Я говорю, девчатам так парк нравится, что они идут такие прям, ну, любуются, им нравится, не ноют даже, да? Ты как бы в кавычках? Я как бы в кавычках говорю, потому что они идут и такие, а где же прудик с рыбоньками? О, смотри, какая красота. Красиво? Очень красиво. Очень красиво. Так, мы сейчас хотим на катамаранах прокатиться. Прикольно, катамаранчики такие прикольные. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 70-60. 70 юаней, да, Кай? Да. А что так недешево? Полчаса 70 юаней. Так, в общем, 70 юаней будет стоить вот такие вот катамаранчики. Мы хотим вот такой взять. Полчаса 70 юаней. Смотри, какие кары. О, сегодня солнышко прям вообще. Еще буквально вчера, позавчера у нас осень была, а сегодня прям лето прям настало. О, с пушкой. Машинка. Так, сейчас бензин заправим. Они нас... И это, спроси, Поля, бензин заправили нам на полчаса? Да,
шатается немножко. Но мы по воде идем, представляете? Да представляю, она держится вот на колесах. О, тут запрыгивать придется. Так, я первый, а потом детей принимаю, да? Да. Так, вы вперед, да? Я хочу... Хорошо, окей. Ой. В общем, мы разобрались. Я думал, что здесь ручное управление, а здесь, оказывается, педалями даже крутить не надо. Нажал это вперед, нажал, тумблер повернул, это повернул тумблер направо, назад, задний ход. Это, видимо, показывает, видимо, наверное, скорее всего, зарядка, сколько, наверное, осталось. Я за рулем. Вот, Вероника у нас за рулем. Давай, нас давить не надо никого, потому что он так прям бодренько едет, я хочу сказать. О, Колька отключила. Дети сами управляют катамараном. Справа по борту корабль. А вон пираты у них с автоматом. Посмотрите, вон пираты. Пираты, смотри, стреляют. Стреляет. Прямо! Отдай к швартовый! Я вообще тут говорю. Это что за кнопки всякие? Это самоуничтожение. Это как? Нажмешь и... Взрыв. Взрыв. Раз, два, три. Нажал. Дэш. Ну правда, смотри. А, один краб остался. Посмотрите, какой гарден. Видом, да? Представляешь, да? Вид какой у них красивый. Врежемся! О! А я вижу башню, смотрите, сейчас вон башня торчит. Так мы вообще недалеко от центра, получается. Но время так быстро прошло. Я вылез. Че так? Да прикольно, что мне понравилось. Чё? На 15-й минуте уже завыли, уже надоело им кататься. Не было кэша, теперь у нас кэш есть. Пойдем тратить, пойдем. Не отвлекай, у них спокойствие такое, тишина, ты поешь. У них специально скатерть такая, ты видел? Да, что ты видел. Кармашками. Кармашки, где кармашки? Вон, кармашки указывают. И там они какие-то фишки складывают, кто выиграл. На территории парков очень много расположено общественных туалетов. Туалеты очень чистые. Аттракцион «Поймай рыбу». На рыбку стрель. Упала. Прыгай! Сильнее! Выше! Ну давай выше, выше, подлетай! На небо подлетай! У-ху! Yeah.
Куда ты? Куда ты? Куда ты? Цирк собрали, посмотри, сколько народу. Все на нас смотрят. Все смотрят на меня. На меня. На меня все смотрят. На меня. На тебя? Да, потому что я прыгаю высоко и высоко. Да? Какая красивая клумба! Вау, какая красивая клумба! Какие красивые два дерева, похожи на тополь! Да, только по фризам. Почти, да, похож? Блин, как прикольно они смотрятся. Наверное, туда не надо. И что нужно говорить там? Что-то же они еще говорят, Поля. Шифу, шифу, вот, Поля. Молодец, прикольно. Это значит, простите, простите, я что-то сделал там давай, неправильно. Да? Давай. Дедушка стоит, разминается, да? В общем, мы выяснили вот этот заборчик, и за ним идет стройка. И вот, видимо, планируется там вот такой примерно ландшафт сделать. Расширяет парк. Вот такую красоту там хотят навести. Представляешь, наверное, и лебеди, и гуси здесь будут. Все будет здесь. Что, придем сюда попозже, да? Я думаю, что через полгодика можно будет прийти, и вот здесь уже будет, уже готово будет все. Красиво. Ну, пойдемте дальше. Пойдемте, солнышко. Прячемся скорее. Мне так прикольно нравится. Местные так отдыхают, да, прикольно? Вообще. Расслабляются вообще по максимуму. Прям питают энергию от парка. Вообще, всячески. Он подушку, смотри, сделал вот себе. Из листика. Дом так близко расположен вообще. Прям вот на балкончик люди выходят. И уже видят, что они уже частично уже в парке находятся. Огромная такая. Там не ходите сюда.
пришли покормить рыб. Блин, там рыбы. Купили вот такой корм специальный для рыб. 3 юаня стоит. Будем кормить. А пойдемте туда, где много рыб. А? Потому что здесь рыбок нету. Потому что... Выполнили задуманное, да, Катя похотела покататься на катамаранах, мы прокатились на катамаранах, дети хотели аттракцион, у них был аттракцион, также они хотели покормить рыбок, покормили рыбок, там, конечно, были не такие карпы, а были маленькие, да, рыбки, в общем, они были довольны, что их покормили. Если вам понравилось видео про парк, про городской бесплатный парк, то у нас есть также на канале бесплатный детский парк. Очень крутой. Я видео где-нибудь оставлю, здесь где-нибудь оставлю ссылочку на видео. В описании тоже оставлю ссылочку. И давайте прощаться. Да. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. А также подписывайтесь на наш канал. Всем пока.